Установлено, что мужчина с марта 2014 года по март 2016 исполнял обязанности главного врача 8-й горбольницы. По версии следствия, в это время он принял на работу двух мужчин на должности врача-терапевта и уборщика. Им выдали банковские карты для перечисления зарплаты. Главврач подписывал табели учета рабочего времени и новым сотрудникам выплачивали деньги. Между тем, эти люди свои должностные обязанности не выполняли. В результате больнице, а также территориальному фонду обязательного медицинского страхования был причинен ущерб более чем на 1 200 000 рублей. Кроме того, в это же время главврач принял на работу еще двух человек на должности санитарки и уборщика, которые также не трудились, а начисляемую им зарплату получал сам обвиняемый. Уголовное дело направлено в суд.